Добрый день! Вот и наступили холодные денечки. До прихода зимы остались считанные дни, и команда нашего канала «Жизнь после 50» и сайта «Стиль после 50» подготовила для вас небольшой обзор актуальных трендов на тему свитеров и кофт. В этом сезоне дизайнеры делают акцент на тепло и комфорт, и это радует. Выбор вязаных изделий поистине огромен, и чтобы не запутаться, мы структурировали этот зимний вид одежды и делимся с вами нашим обзором. Итак, поехали! Наиболее простая интерпретация этого тренда – водолазка. Тонкий шерстяной или кашемировый свитер с горлом легко впишется в любой гардероб на осень-зиму, а также пригодится и ранней весной. Существует огромное количество способов носить водолазку – с брюками, с юбками, под жакет или сарафан. На нашем сайте вы можете найти статью о том, как и с чем носить водолазки женщине после 50. Если облегающая водолазка нейтрального цвета кажется вам слишком обыденной, попробуйте более интересные варианты свитеров с высоким горлом. Свитера оверсайз – еще один актуальный тренд холодного сезона 2019-2020. Напомним, чтобы не выглядеть неряшливо, такой свитер лучше всего сочетать с узкими или прямыми брюками, джинсами или облегающей юбкой. Хотя, конечно, в любом правиле бывает исключение. Спортивный стиль или, например, стиль боха вполне допускают несколько объемных вещей в образе. Интересные рукава уже несколько сезонов не выходят из моды. Для женщины в возрасте 55+, может быть непросто сочетать свитера таких моделей с другой одеждой, чтобы не выглядеть при этом, наивно. Чтобы не ошибиться, носите свитера с объемными рукавами в паре с чем-то облегающим и современным. Это могут быть, например, юбка или брюки с актуальным принтом. Уютная тенденция – это свитера крупной вязки с узором. Смотрится достаточно нарядно, даже без каких-либо дополнений. В жизни такие модели выглядят более чем уместно. То, что нужно для нашего климата. Отдельного пункта заслуживают вязаные жилеты и свитера без рукавов. Эти модели чрезвычайно популярны среди женщин после 50. Длина ниже бедер позволяет прикрыть все лишнее, а модные цвета показывают, что дама идет в ногу со временем. Thank you.
Фасоны пончо, которые стоит выбирать женщинам в возрасте, очень разнообразные. Здесь и асимметрия, и яркие цвета, и красивая вязка. Просто выберите себе пончо, которое вам понравилось. Это очень удобный вид одежды. Дамы 55+, конечно, не забыли изделия из советского времени – кофта. И тогда этим словом называли каждую вязаную модель с пуговицами. Зима – это время кофт. Не забываем про любимые кардиганы. Куда же без них зимой? Длинные и короткие, теплые и тонкие, яркие и не очень. Это наша любимая зимняя одежда. Еще одна молодежная тенденция, наряду с вещами оверсайз, которую при желании можно перенять для образов зрелой женщины. Свитшоты носят с очень модными сейчас брюками с лампасами. Конечно, в офис так приходить не стоит, но для активных выходных или походов в спортзал, ну почему бы и нет? Тепло, удобно, комфортно и современно.